Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, во-первых, мой низкий, искреннейший поклон всем вам за то, что вы сегодня здесь, за то, что вы те самые неравнодушные, добрые, бескорыстные, настоящие люди. Спасибо, что вы здесь. Спасибо. Вот. Наша замечательная ведущая вкратце уже рассказала. Да, действительно, мы сейчас с вами, друзья, споем не совсем обычную песню, вот, о которой я буквально два слова постараюсь очень кратко. Знаете, когда я узнала, что произошло с Жанночкой, Бог послал мне вот эту песню. Я очень тяжело заболела, почему-то переживая за вот эту ситуацию, как будто она просто ближайший родственник мне. Потом, вы знаете, я долго думала на эту тему и поняла, что главный талант вот этой вот женщины, которую никогда мы и никто не сможет в прошедшем времени называть, да, главный талант этой женщины – это вот этот вот магнетизм, женское обаяние, вот эта вот невероятная красота и свет, про который, я думаю, говорил каждый артист, который выходил на эту сцену. При этом вот Жанна, она принадлежит к той категории людей, которые совершенно, неважно, что они бы делали прилюдно, играли в театре, в кино, были ведущими или все что угодно. Важна она как женщина и как свет. Неважно, чем бы она ни занималась. Поэтому вот этот вот главный невероятный талант ее, он, во-первых, сделал так, что родилась вот эта вот песня. И самое главное, это совершенно неинтересно по сравнению с тем, что было дальше, друзья. Когда я написала эту песню, я ее выложила, знаете, вот от беспомощности. Мне просто хотелось жутко что-то сделать, а что я не могла придумать. И вот родилась эта песня, я ее выложила в интернет и говорю: люди дорогие, я не знаю, что мы можем с этим сделать, но мне кажется, мы должны вот это вот все вместе дружно спеть Жанне и отправить ей, чтобы она услышала наши слова поддержки, почувствовала вот эту всю нашу энергию, с которой мы к ней относимся, вот это наше все неравнодушие и любовь. И вы не представляете себе, какое количество добрых, неравнодушных людей откликнулось на эту просьбу. Более того, они сделали не так банально, как я им предложила. Просто говорю: спойте как угодно, вокальные данные не важны. Эти люди зашли гораздо дальше. Они под эту песню танцевали, катались на коньках. Они устраивали какие-то фантастические флешмобы, в которых полгорода людей танцевало под эту песню. Это было так невероятно честно, искренне. И я не знаю, жалко, у нас нет экрана, можно было, конечно, показать, потому что здесь совершенно не важна ни я, ни что, вот эти люди. Но вы-то хорошо понимаете, потому что вы сегодня сами здесь, потому что вы вот эти самые настоящие люди, как они. Поэтому сегодня эта песня, друзья, звучит в честь вас, в честь тех людей, которые тогда, 3 года назад, да, уже прошло, приняли участие вот в этом марафоне. И, конечно же, мы эту песню должны петь вместе, иначе в ней совершенно теряется весь смысл. Поэтому я сейчас очень волнуюсь, потому что я ее буду петь впервые в жизни со сцены. Я надеюсь, что вы мне поможете. И в честь вот этого божественного света и доброты, которую она несла своей женской гармонией в мир, сейчас прозвучит эта песня. Всегда в настоящем и будущем времени, и никогда в прошлом. Спасибо. Рисуй,
Композитор, автор песен, автор саундтреков к сериалам. Ронни Моррис сегодня прилетел специально на наш концерт. Встречайте, Ронни Моррис!